Адвокат американца Пола Уиллана, задержанного в Москве по подозрению в шпионаже, подал прошение об изменении меры пресечения и выпуске его подзащитного под залог. При этом адвокат заметил, что размер залога оставлен на усмотрение суда. Ранее агентство «Интерфакс» со ссылкой на свои источники сообщило, что задержанному уже были предъявлены обвинения в шпионаже. Под арестом он проведет как минимум 2 месяца. Сам Уиллан виновным себя не признает. По данным американских СМИ, Уиллан – бывший военный. Из армии он был уволен 10 лет назад за хищение. Последние годы американец занимался бизнесом. Уиллан был задержан в Москве 28 декабря. Как сообщается на сайте ФСБ, в этот момент американец участвовал в шпионской акции. Теперь ему грозит до 20 лет тюрьмы. У Уиллана, который сейчас находится в следственном изоляторе Лефортово, побывал посол Джон Хансман. О помощи американское представительство попросили родственники Уиллана. 2 дня назад его брат Дэвид сообщил, что семья обратилась за поддержкой в посольство США в Москве, в Конгресс и в Госдеп. Родственник Пола Уиллана утверждает, что его брат приехал в Москву на свадьбу. В его невиновности нет никаких сомнений, подчеркнул Дэвид.